автомобиль, который стоит на, он настоящем, как бы существует, он в музее Форда есть. Он, этот автомобиль сделан в 1936 году, в 1940 году, в 1940 был представлен в Детройте на выставке. Чем уникальность? Кузов сделан из пластмассы, сделанный из конопли. Бензин из конопли, масло из конопли. Все, вот горючие смазочные материалы, все из конопли сделано. И там такой был такой сленг такой, я еду в траве, еду на траве, еду за травой, вот, на самом деле. Вообще очень умный человек, и, в общем, такое высказал, такое, да он гений, конечно. Изречение, зачем использовать леса, которые создавались веками, и шахты, на которые нужно было закладывать века, если мы сможем получить эквивалент леса и минеральных продуктов при ежегодном выращивании конопляных полей. Понимаешь, гений какой. Вот. И на самом деле, это... Кузов этот в 10 раз прочнее стали, и в 3 раза легче стали. То есть это, в принципе, я не знаю, он какой ультрафиолет на него. Прям есть. Как кевлар, как да, будто какой-то. Да, можно делать самолеты из него, тогда получается. Ну, сейчас уже тоже карбон, ну вот как карбон, да, наверное, карбон, приближается. Да, вот это, вот. То есть практически вот тут такая вечная машина. Двигатели меняй, кузов вечный. И утилизация практически. 100%. И разлагаемая. Нет, да, разлагаемая. Нет, вот реально, вот то, что вот уже даже вот эта информация, которая действительно, это... Понятно, абсолютно. Во-первых, это было, это не теория какая-то, да? Да. Это утилизируется полностью, это не убивает природу. То есть мы можем использовать качественные, более долговечные и экологически чистые вещи.